следующая песня называется Party Hard. Это песня призыв. Называется Freedom. Вы там все поймете. Thank you.
is now a free now. Следующая песня называется «Antisocial». Мы пиздеть много не будем, времени мало, об этом будем играть. Наступна пісня українською буде, вона називається «Гори, палай». Це також заклик. Горіть, палайте, погнали. Thank you.
Наступна пісня називається «Панк-рок живий», що ми зараз тут всі разом доведемо. Я співаю «Панк-рок живий», це знаю я, і всі разом співаємо «Допоки б'ються в нас серця». Дякую, панк-рок живий, завдяки всім нам разом. Наступна пісня, вона про закон бетонних джунглів, вона називається «Ти або я». Thank you.
Следующая песня, она в стиле хард-метал. Она в том, что войны начинаются в уютных кабинетах, но и туда добирается возмездие. Вот. Следующая песня называется Old Skull, как одноименный альбом у нас, мини-альбом. Как вот это вот этот портак. Санек, покажи свой портак. Вот такой, вот так вот, да, Old Skull. Кому понравится песня, можете набивать такой портак, типа. Thank you.
Следующая песня, которую надо все вместе петь, в ней всего две строчки. Мы поем «Let's go to the show», а вы отвечаете «Габа-габа, here we go». Да, все очень просто, максимально для тупых все сделано. Вот. Каждый в любом состоянии можно, для пьяных, для любых, короче. Для всяческих просто, просто для всяческих. Красава очень, я получил удовольствие. Молодцы. Отлично, отлично попели. Ну сейчас еще попоем. Следующая песня, она называется «I hate everything you like». Ну и в общем, пойте с нами «I hate everything you like». Эта фраза там кучу раз в этой песне. Вы поймете, она каждую строчку заканчивает. You're telling me that you don't feel fine. I say just because.
следующая песня, она про уличное насилие. Про его круговорот, когда каждый берет с собой, выходя на улицу, нож. И все в итоге друг друга режут, просто потому что считают, что все так делают, и надо, короче, типа вот так вот. Ну, может, когда-то мы откажемся от насилия, ну. Песня называется «Скам». Короче, следующая песня, она особенная. Это не наша песня, это будет кавер. Но кавер не простой, а кавер на черниговскую группу. Ну, я сам из Чернигова. Я первый раз, когда попал на панк-концерт в своей жизни, я эту песню услышал, там играли панки, короче, такие. Группа НСД называлась. От этой группы записи ни хера не осталось, ничего. Но я тогда был очень впечатлен, там такой чувак на вокале с утокенным ирокезом пел. Ну и крутая песня, в общем. Я ее, ну, типа, я знал эту песню, я знаю там гитариста их, я, короче, эту песню у них выведал, там текст, всю хуйню, чуть-чуть подправил, дочесал это все дело. И вот сейчас мы сыграем, короче, песню из 98-го года. Вот, она называется «Кризис», и она актуальная. Пойте с нами, это кризис, это крах. Вот так. Это кризис, это крах, это кризис.
Все, спасибо. Это была группа Sting из города Киева. Ходите на наши концерты.